Попытка познакомить номер один. Ума, боишься их, да? Они девки, да, девки, они всегда страшные. Даша, смотри, уже у тебя в вольере там спряталась. Дарья, тебе как радостно, да? Ты ж хотела. Нет. Тот вольер у них круче, у них там дерево, везде ну, дерево, полазить. Да. Так-то они по размерам одинаковые, а ну, дерево... Нет, это больше. Туда подманивай, иди их сюда, наоборот. Но Умка не пойдет, пока они тут. Надо было их в перегонке оставить. А мы его сюда подманим, наоборот. Пока они здесь, шиши не пропадут. Боишься, Ума. Это девки. Девки всегда страшно. Сейчас околпачат только. Вы наверху. Как обезьяны вы, девчонки. Вы как обезьяны и мальчишки тоже. Только Даша вообще невозмутимая. Ей хоть 10 подсадим медведей, или хоть вообще в какой вольер.